Доброе утро, меня зовут Александр Кириенко, и сегодня правильный завтрак с вами готовлю я. Предлагаю приготовить из обычного круассана необычный завтрак. Возьмем круассаны, мюсли, яйцо и мята. Вам понадобится готовый круассан, который нужно просто разрезать на две части. Раскрываете. Второе действие. Мы взяли мюсли с ягодами, там, с изюмом, с хлопьями, замочили заранее на 20 минут, чтобы они набухли. Перекладываем мюсли наши в миску. Добавляем куриное яйцо, чтобы оно скрепило их. Мюсли достаточно сладкие, поэтому сахара туда добавлять не нужно. Перемешиваем нашу, назовем омлетно-мюсли субстанцию. Выкладываем на маленький противень круассаны. Сверху добавляем нашу массу. Старайтесь ее разровнять, чтобы она равномерно легла на весь круассан. И отправляем в духовку буквально на 5-7 минут, чтобы яйцо скрепилось. За это время подготовим мяту и тарелку для выкладывания. Теперь соединяем нижнюю часть. Так, мяту уберем на секунду. И верхнюю часть складываем. И украшаем мяткой. Обычный, но необычный круассан на завтрак готов. Приятного аппетита и хорошего дня!